Какой страх? Это не удивительно. И когда у тебя камера, ты не знал, что растерялся, что говорить. Откуда происходит страх? Изнутри щеколь. Выделение адреналина. Абсолютно верно. Как на человека... Биохимическая реакция обычная. Как она обычно на человека адреналин? Учащенное сердцебиение, дрожание конечностей, краснеют глаза, сбивчивая речь. Но в то же время выделение адреналина, как правило, когда происходит при страхе. Здравствуйте, здравствуйте. Все в порядке? Все в порядке? Все в порядке? Стартуем. Быстрая реакция. Человек намного быстрее реагирует на любую, когда опасность, бежать. Как, куда, что делать. Этим мы должны воспользоваться. То, что дрожат конечности и так далее, от этого всего элементарно легко избавиться. Вам в любом случае будет Лена говорить о том, что куча упражнений есть, там, шинель, расправиться, потому что чем шире у нас грудь, как оперные певцы, у них становится голос, у них расправлена грудь, они стоят. Также это, чтобы не дрожали ваши коленки и ручки, просто элементарно пройтись. Не шататься по всей аудитории, бегать, а